Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Детол, и мы продолжаем играть в Burrito Bizon Launcher Libre. Ребята, Burrito Bizon у нас на подходике. Ну что ж, у нас здесь есть, кстати. Смотри, мы можем прокачать. У нас в игре есть бесплатная штучка, но нужно... Опять посмотреть видеосик. Но не всегда это нужно. Уничтожаем его. Бьем его. Так, выпало всякие плюшки. 1500, кстати, голды, прикольно. Еще чили-бомбочки у нас. Смотри, сколько всего мы можем сейчас проапгрейдить. Мы можем что-то одно из этого всего проапгрейдить. Мы можем получать больше денег за желейных мишек. Давай, да, это хорошо, да? Это круто, да. Лакомство будет появляться чаще. Давайте лучше деньги, потому что... За них мы все-таки покупаем вот эти апгрейды. Да, и они очень полезны. Так, и этих пиратов-неудачников есть бомба, которая при взрыве подкидывает тебя ввысь. Как я понимаю, их тоже можно проапгрейдить. Или что мы еще? Что мы еще можем? Или можем проапгрейдить босса, я не понимаю, что... Что дает апгрейд босса, я тоже не знаю. А, взлететь выше мы можем еще. Ну-ка, покажи его. Вот это? А, нет. Так, а здесь канаты мы не можем. Здесь все нужно деньги. Давай, короче, играть уже побыстрее. Ладно, давайте. Да, играем. И наш... О, слушай, мы с какой-то клубничкой. Так. Это чили-бомб. Чили-бомб? Да, чили-бомб, так называемая. Отлично. У нас есть две штучки. Опа-на! Я не знаю, зачем она нам нужна, как ее активировать, я даже не представляю. Ох ты, слушай, вот это мы разгончик получили. У них такой... Ну-ка... Опа! И проламываем стену. Отлично. Пролетаем хорошо. Слушай, на хорошей скорости зашли к мишкам. Ах, бомбу. Да, поймали. Поймали, взяли денежки. Денежку взяли. Ну, рекорд побил-то какой-нибудь? Давай. Да, мы побили наш рекорд. По всей да, ребята, месте. Побили рекорд. Мишки подбегают все под нас. Это хорошо было. И все. Слушай, а чили-бомба-то что она? О! Ничего вот себе! Вот это нас подкинуло, ребята! Вот это да! Так на бомбу, слушайте, ребят. Слушайте, мы сейчас в третью стену уже пролетим. Это реально, я не ожидал такого. Вот этот рекорд точно мы не побьем. Ух ты, слушай, вот это мы впечатались. Внезапная распродажа, нет, спасибо, пожалуй, мы пока что не покупаем. Пока что донатить мы не будем, да. Полицейский надзор открыт. Ты можешь улучшить способный полицейский надзор в магазине. Слушайте, вот это чили-бомб нам выпало. Вот это мы влетели, ребята. Просто люто. Так, это флеш-сейл, да? Посмотри, сколько мы еще можем всего сделать. Настолько денег прибавилось. Нокаутируй всем телом чаще. Понятно. О, что это такое? Теряй меньше скорости при захвате полицейским. Но мы не так часто. Наноси больше урона противника, чтобы быстрее их победить. И лакомства будут появляться чаще. Лакомства — это мишки, что ли, или кто? Ну, нет. Это, наверное, наши всякие вот эти вот ракеты, бомбы и все остальное прочее. Я на самом деле вот это. Сохранять скорость при приземлении на желейных мишек. Но мне кажется, его не можем проапгрейдить. Ну, нет. Но когда у нас будет возможность. Или... Слушай, может быть, наоборот, вот эти трусы возьмем, где ракета. Вот эти? Не, вторая, вот ракета. Ну вот. Давай возьмем, нокаутируй всем телом чаще. Будет накапливаться больше ракеты и больше ударов можешь отпрыгивать, правильно? Ну давай. Так. О, у нас другой герой. Крит! Криту сейчас мы подлетим, конечно, просто мега круто. Да, вот это, конечно, вот, мы, кстати говоря, проапгрейдили эту способность, и теперь... Ах ты, слушай, что-то не хватили. Опа, хорош. Ну, ах ты, слушай. Но здесь мы легко пролетели. Так. Да, мы пролетели. У нас чили-бомб есть еще, кстати говоря. Надо готовиться к этому. Да, чили-бомб. Так, полицейские перепрыгнули. Слушай, не захватили там одну штучку. Ах, сейчас бы вот... Опа! Отлично. Еще. Нажимаем. Другую бомбу. Не попал что-то я. Опа, перепрыгнула каким-то образом. Чили-бомб. Подрывай нас. Давай. Хорош. А что, почему она не перекинулась? Как-то я вроде нажимал и никакого эффекта не было. Слушай, вот эта скорость. Да, скорость. Ай, бомбу пролетели, ну. Она не была... Печаталась в стену просто. Даже не смогла вторую стену пройти. Пробиватель дверей открыт. Ты можешь улучшить способность пробивателя дверей в магазине. Вот это круто, кстати. Да, вот они, кстати, двери вот эти вот, в которые мы впечатываемся. Давай посмотрим, сколько это нам будет стоить. Пробиватель дверей. Ю, вот здесь вот, да, вот тут. Во! 8750, надо накопить. Надо накопить обязательно, ребята. Так, наш главный герой. И пух, прыгаем. Кстати, Грек, кто-то писал, что там будет еще один персонаж, да, якобы? Да, потом, когда пробиваешь ту стену, еще появляется один персонаж. То есть каждая стена, все, один персонаж. Да. Ух ты, вот это было неплохо подобрать. Бомбочку хотя бы взяли.
Так, опа, первую стену мы пролетели. Вторую тоже хорошо пролетаем, но как-то стало легче, да, это делать? Да, как... Ну, опа! Отлично, перепрыгивать. Ты понял, когда бочка поворачивается в сторону той бочки? Ага, надо перепрыгивать, я понял, все, понял? Все, чтобы немножко... залететь в нее. Да, я понял. Немножко неправильно до этого делал, но теперь понятно все. Просто все так резко происходит, ребята. Да, это сложно, конечно. Слушай, так, сейчас как 8 раз пробиватель тысяч, как... стен. Отлично, апгрейдим, конечно же. И бой. Надеюсь, теперь не так скорость будем терять, да? Ну-ка, крит, нам нужен нету крита, и не поймали мы, короче, ничего. Практически. Опа, слушай, нормально. Опа, нет, пиньяту тоже не поймали. Вот это хорошо, шикарно. Слушай, куда-то так, музыка опять куда-то пропала. Куда-то музыка опять пропала, я не пойму. Опа, пролетаем. Пробили. Так, здесь тоже, она как-то... притягивается. Да, она притягивается. Ракетница, хорошо. Опа, еще немножко притянулись. Ох, ракетница. Еще одна ракетница. Нет. Ай, пропустили, мишек не было внизу. Ракетница, ракетница. Хорошо. Так, знаешь, мы по чуть-чуть. По чуть-чуть. Бомба. Тут полицейский и бомба. Ох ты. Ай, хорошо. Блин, еще одна бомба еще была. Еще одна бомба, ребята. Так, летим аккуратненько. И есть. Вот. Давай. Ух ты, неплохо. Ну да, в принципе, даже нормально. В бочку не попали, но ракета. Ух, ребята, мы просто, знаете, вывозим на последнем. Выползаем прям, знаете. На последнем издыхании, на последнем. Давай, допрыгивай, если ты еще допрыгнешь до этого. Нет, не догнали. Не догнали немножечко, зато 4000 ребята заработали, это круто. Так, ну что же, получай в глаз еще раз. Не, когда критует, конечно, вылет очень мощный, да? Да, получается очень такой... Оба-на! Вот на этой штучке тоже прикольно. Ята. Так, дальше продолжаем, прыгаем. Ох, слушай, скорость, да, такая прям хорошая. Скорость получилась. Мощная, прям в глазах ребит от нее. Я прям не соображаю, что происходит. Не соображаю, что происходит? Не, прям вообще не вижу. Это игра такая. Опа, перепрыгнули. Ох, хорош! Отлично! Ай, не долетел. Не долетел, чуть-чуть не долетел. Прям хорошая траектория была, но... И ты полицейский, эх. Да, к сожалению, полицейский нас и остановил. Зато у нас есть пиньята! При просмотре рекламы! Не, мы ее можем открыть, кстати говоря. Мы ее собрали, внизу открой ее. Нет, нужно 4, то ли... Бесплатная пиньята через минуту 32. Через час 32. Через час 32. Так что надо, кстати говоря, заходить и пиньяты эти собирать. Крит, ребята, хорош. Сейчас вылетим прям адски. Да, ух ты, слушай, вот это она разогналась, а. Денежки ну, собрали. Ну, где у нас бонусы-то здесь? Эх, вот, бочка, ух ты, ничего себе. Так, мне кажется, вполне удачно даже. Первая стена как-то просто мимо нас как прошла. Будто, да, как будто ее, ох, даже полицейский нам не помешал. Так, здесь пока что летим. Начали тормозить. Да, притормаживаемся. Ребята, нету никаких бонусов вообще. Никаких, просто не хватает чего-то. Одни мешутки. Ну. Хотя бы до денежек, доползи. Ай. Из последних сил пытались зацепиться за что-то, но не все равно не бы нам получилось. Это не помогло. Когда так сильно теряешь скорость, мне кажется, это уже... Оба-на! Добили! Ребята, это прям мощь. Мы сейчас первый уровень прям пролетим на одном из дыханий. Да, должны, по крайней мере. Ну-ка, точно... что-нибудь нам бонус какой-нибудь. Попадись, бомбочка. Ну что ж, такое ничего не попадается. Ну что ж, да, что-то же такого должно быть взрывное. Вообще. Ах ты, слушай, бомбочку пролетела. Еще и этот пропустил. Так, ладно, но... Слушай, почему у нас здесь никаких бонусов нету? Мне кажется, нужно просто апгрейдиться, и тогда они их будут... Здесь только полицейские, блин. Ну, как видишь, можно на полицейский отпускаться, и будет чуть-чуть полегче. Ну да. Ну, короче, вот как-то так. Прикупили так, давай посмотрим, что у нас там в магазине. Может, что-то можно прикупить? У нас все-таки 11 тысяч. Конечно, это можно. Бодибилдинг наносит больше урона противникам, да? Пружинка. Каждый раз касается конь, ты отскакиваешь все выше. Слушай, нам бы вот эту накопить и на 11500. Как ты думаешь? Да, согласен. Понеслась? 11500. Вот он наш мишка. Громкоговорителем. Да, ой, что-то как-то вообще не очень удачно прыгнул, мне кажется. Да, что-то приземлилось на землю, и сразу половина запала, пропала. Ах ты, не зацепил. Слушай, не так зацепил. Высоко был, да? Да, как-то он прям очень высоко был. Да гипомба, ну что ж такое? Что-то прям какой-то прыжок неудачный, я не знаю, она даже сможет ли она... Опа, бомбочка! Ну, я думаю, да, пролетит первую стену. Но вот здесь уже будут проблемки, конечно.
прямо из последних сил мы пытаемся выжить. Давай, 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 мишки. И все. И упали, ребята. Ну зато мы сейчас купим отскакивание, да? И это будет хорошо. Да, мы купим отскакивание, и нам будет теперь чуть-чуть полегче. Пружинка второго левела, хорошо. Да. Ну что ж, ребята, а на этом у нас сегодня все. Мы будем продолжать играть в Бурито Бизона, апгрейдить наших персонажей. А вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наш второй канал. И до новых встреч. Пока, ребята, спасибо за просмотр. Пока.